Это третий день на курсе Poker Pro, и как обычно я в своем рабочем кресле, можно так и сказать, не стримерском, но тем не менее удобном кресле маленьком с котом. Записываем для вас видеоотчет и делимся результатами сегодняшнего дня, чем мы занимались, как у нас в целом дела обстоят. А сразу хочу поделиться тем, что режим потихоньку мне начинает нравится даже утренний подъем в 6 утра. Организм еще, конечно, не привык просыпаться так рано и буквально сразу садиться за компьютер, но тем не менее потихоньку привыкаем. Вот. Ну и зал тоже уже начал даваться полегче, потому что с недосыпа как-то в зале заниматься вообще как бы сложно. Вот. Ну, что касается покера, сегодня отыграл сессию утреннюю, уже хорошо, выбрал какие-то раздачи для разбора, для себя, а так и для мини-группы. Скинул в чат, там уже немного пообсуждали. Сессия закончилась небольшой минус, как бы ничего нового. Вот. Что еще рассказать? Стратегию сегодня изучал, опять же, добил стратегию практически, там осталась одна глава. Пометил себе в конспекте важные темы, которые, как по мне, требуют моего внимания. Вот. Статьи, кстати, довольно-таки интересные, всем советую. Там две статьи в открытом доступе есть на Poker Ability. Ознакомьтесь, почитайте. Со статусом новичок, то есть каждый, кто там только зарегистрировался, может почитать эти статьи. Вот. Довольно-таки занятные и интересные. Можно немало почерпнуть для себя. Вот, ну, ждем следующей тренировки, и уже хочется начать гриндить как следует, выучить все то, что нам дадут, и сессии уже полноценно играть по 2-3 минимум сессии, вот, отыгрывать, и хотелось бы уже показывать какие-то результаты. Ну, пока так, играем. Ждем больше тренировки и знаний. Так, ну, вот, как-то так. Я не знаю, наверное, как-то все набросал, ну, от себя, как говорится, без монтажа, что есть. Вот мой кот хрустит у меня здесь. Ну и, как обычно, всем удачи за столами и хорошего дня, вечера и пока!